Итак, блядь, короче, всем здорово, сегодня мы будем, блядь, ебашить на в анархию, блядь, сегодня будем ебашить, короче. Блядь, сервер вроде что-то там DXPL, блядь, какой-то DXPL, блядь, хуй. Ну, короче, хуй знает. Просто зашел на какой-то рандомный сервер, блядь. Ебать, раздача, нахуй. Ебать, факелы, охуеть. Давай что-нибудь пожуще, блядь. Не, хуйня, полная хуйня. Ебать, жесткий землей раскидывается, блядь. Охуеть, блядь, топорь! Охуеть, блядь! Охуеть, блядь! Нихуя себе, блядь! Че сыпет, блядь? Найс фискас, блядь, какой-то найс фискас, блядь. Блядь! Уебан забрал вот этот вот, блядь, черный нахуй. Блядь. Это лопата, это хуйня. Давай, блядь, что-нибудь пожестче. Давай этот, блядь, сет брони дай, блядь, и заебись. Блядь. Ну ты заебал, да, что-нибудь жесткое. Ну все, иди нахуй, блядь. Короче, блядь. Я думаю, надо что-нибудь другое поделать, блядь, на этом сервере. Хуйней какой-то мы занимаемся, блядь. Непонятное абсолютно. Поэтому мы тпшимся, я думаю, и куда-нибудь. Случайная телепортация, вот. Блядь, кстати, вот здесь вот в мире, блядь. Крейзи шлюха, блядь, ебазили алхимика, ебать. Ах, перки за 15к, блять, ах, тотеми 9к, не трогайте, я ща аноним, я попрошайка, но, пожалуйста, дайте немного денег на броньку. Так, ну, в принципе, блять, дефолтные школьники сидят, ебашат, а я как будто бы, блять, не школьник, ну, блять, ну, идите нахуй, короче. Чё делать, блять? Сука, давайте какой-нибудь дом найдем и загрифелим его. А-за-за-за. Если, конечно, мы найдем какой-нибудь дом. Кстати, там вещи можно хранить в это в какой-нибудь. Так, подождите. Магазины. Предметы. Так, подождите, блядь. Как тэпнуться? А, в начальное, где в начало? Так, это ПВП. На ПВП-арену, может. Возле PvP-арены так-то все-таки начало, вот куда все люди заходят. Ну, именно я имею в виду спаунпоинт. Блять, пиздец. Ебать, лагает у меня все. Охуедешь. Ебать, там PvP. Охуеть. Пиздец. Что происходит, блять? Там кого-то пиздят. Ну, даже неудивительно, почему у меня так лагает, потому что у меня еще запись идет. Бля, хуйня полная. Надо выкинуть эту всю парашу, потому что она мне не нужна. Не, ну пиздец. Просто пиздец. Что-то непонятное там точно происходит. Как туда попасть, вопрос? Как туда попасть? Кстати, вроде бы вот сюда можно складывать вещи, да? То есть меня не украдут вещи, да? По факту так-то, не должны же. Это шендер сундук. Не, ну там, конечно, полный пиздец. Только как туда попасть, это, блять, у меня вопрос. Так, блядь, не, здесь прохода нет. Здесь просто смотрят, походу. Как через эту хуйню пройти? Все, блядь, короче, давайте по лестнице наверх поднимемся. Я не знаю, как на это ПВП попасть, но может быть в следующей части по этому серверу DXPL, блядь, какой-то. Мы посмотрим, как попасть туда. Либо же просто мы туда никогда, блядь, не пойдем больше. Ну, короче, вот возле ПВП, где там смотреть,
Там есть эндер-сундук, в который можно положить. И походу не украсть никто не может, у меня вещи оттуда. Блять, киньте что-нибудь жесткое, блять, мне. Какой-нибудь, я не знаю, фул экип, блять, фул сет нахуй, брони, блять, этот, как его. Сука, самый изначальный нагрудник, блять, дайте мне на защиту 5, на Z5. Не, хуйня полная. Там, блядь, шансов мало то, что мне повезет, и я что-нибудь заберу себе. Прыгайте, блядь, вниз. А, блядь, это случайная телепортация вроде бы. Да, это случайная телепортация. Блядь. Зайцы прыгают, блядь. Тут есть вообще дома какие-нибудь построенные? Ну, что-нибудь такое, блядь. Тут так неинтересно. Что-то все пустое такое. Пиздец, а то, блядь, вообще ни гроша нахуй никакого, блядь. И вообще, блядь. Пустая карта тупо, блядь. И вообще домов нету. Неинтересно так вообще. Так-то. Давайте тэпнемся, знаете, куда? Еще какой-нибудь случайный телепорт. Ой, кстати, снег это хорошо. Вот в снежных биомах довольно-таки может встретиться что-нибудь. Давайте яблочки покушаем. Они же у нас вкусные, поэтому мы их съедим, пожалуй. И тем более у нас голод был. Теперь не был, блядь. Это обычный лед. Ну, блядь, ну чё такой пустой, блядь? Где дома, нахуй? Где, блядь, месилово, нахуй? Чё за хуйня? Они, походу, какие-то запрятаны. Хотя нет, вот что-то, блядь, тут есть. Наконец-то, блядь, я хоть какое-то, блядь, строение нашел, а то, блядь, за последние три телепортации, сколько я там тэп... Блядь, у меня чанки не прогружаются, пиздец. Вот. Ну, короче, я долго не мог никакого устранить, блядь. Походу, загриференная эта вся хуйня. Да, неудивительно. Почему? Потому что это анархия. Такая вот хуета. Ну, короче, хуйня полная. Да, и кстати, блядь, печенье я тоже люблю. Вот, сука, это как его с изюмом, блядь, сахарное. Тоже советую поесть охуенное печенье, блядь. Блядь, у меня чанки вообще не прогружаются. Что за хуйня? Короче, в пизду, блядь. Я думаю, опять на ПВП надо, блядь. Я вообще не понимаю, как на него попасть, блядь. Как на него попасть, что за хуйня? И, кстати, давайте проверим. В Эндерсундуке у меня вещи остались. Да, остались. Они специально созданы, чтобы вещи складывать. Шалкер, блядь, еще бы найти, вообще бы заебись было. Не, хуйня полная хуйня. Блядь. Давайте броню оденем свою. Она какая-никакая, но все же броня. Так, ну хуйня полная хуйня. Хуйня полная, блядь. Я не хочу эту парашу подбирать, блядь. Как туда попасть, блядь? Алло, сука, я хочу на ПВП. Чё за хуйня? Как попасть на это ПВП, блядь? Походу там где-то надо пройти и получается попасть в него. Может быть как-то так. Не, ну у меня лагает все дико, пиздец. Ну, сейчас уже так довольно-таки не лагает. Уже более-менее. Блядь.
Блять, это вообще хуйня какая-то. Блять, непонятный сервер какой-то, блять. На PvP не попасть, это туда, не сюда, блять. И не сюда, блять. Чё, блять, тут такая закрытая местность, блять. Портал в ад, ебать. Блять, давайте туда побежим, блять. Не знаю, нахуй. Нихуя, нихуя, нихуя нет. Здесь у меня, соответственно, FPS-а будет побольше, нежели там, где людей очень много. Блять, вот просто вот, когда ты заходишь на сервер, ты разбираешься, блять, как на нем играть. То есть, блять. Как-то так, нахуй. У меня, блядь, провод этот ебучий от мышки, блядь, уходит под стол, сука. Блядь, посоветуйте мне, блядь, как, сука, это... Провод, блядь, на столе, чтоб лежал, блядь, и в эту дырку, нахуй, не опускался. Ну, блядь, у кого как, блядь, у всех по-разному стол выглядит. Вот у меня, блядь, дырка, сука, почти посередине и выше середины, блядь, у меня дырка, нахуй, там. Выше середины стола у меня дырка, да. Не, ну, блядь, параша, короче, хуйня полная, блядь, а не сервер, сука. Ну, блядь, очередная параша, блядь, на которой неинтересно играть. Тут, блядь, топ убийств за все время, блядь. 4209, нахуй. Ну, короче, хуйня полная, хуйня полная. На PvP, блядь, непонятно, как попасть, блядь. Это уже с первой попытки понятно было. Давайте еще потпшимся, блядь, хули нет. Сколько я уже записываю, я не ебу. Так, вообще какая-то, блядь, хуйня попалась, блядь. Через 5 секунд, блядь. 3 секунды. Ну, блядь, ну где дома? Ну чё за хуйня? Короче, на этом серваке, я понял, никто не строит ничего, нихуя, блядь. На этом серваке, блядь. Овечка, ебать. Стой, подожди, блядь, мне надо тебя убить. Хотя бы какая-то еда еще появится. Это огромный плюс. Ну, блядь, нихуя не интересно, блядь, сука, играть в эту парашу. Ну все, короче, хуйня полная, не сервер, блядь. Сука, подписывайтесь, ставьте лайки, блядь. Вообще, уебищная броня, вообще, какая-то хуйня полная, вообще, блядь. Неинтересный сервак вообще, параша, блядь. И все вообще, хуйня полная, блядь, все выбрасываю, хуйня полная, блядь. Больше играть внутри помойки не буду. Все, короче, всем пока, блядь. В следующем ролике, я думаю, блядь, на другой сервер зайду, который я уже знаю. И, блядь, он будет поинтереснее, чем эта хуйня. Короче, все, подписываемся, ставим лайки, блядь. Нажимаем на колокольчик, блядь, чтоб ебаные уведомления были о моих новых видео, блядь. И все, короче. С вами я был долбоёб 228, блядь, подписываемся и всем пока.